Блин, перебросил. Ногой бей. Ага. Эф. Нам можно труп бросать. Блин, прям смарта какая-то, бомба. Я сейчас сандали. Привет. Ты живой пример того, как сильна химия, вот. Охренеть, вертеть! Не видел еще таких схваток, ой, да очень жестоко. Да ты монстр! Послушай, круто, что ярость не убила тебя. Вот, рецепт, мой помощник. Не трать ее зря. Хотя, дело, конечно, твое, но это, чтоб во благо. Ладно? Просто я хочу исправить ошибки отца, но, по-моему, я для этого не гожусь. А вот ты, да, вроде. Ну, если тебя не убьют, тогда нет. Спасибо. Сань, мы прыгать стали быстрее. Выше. Ну, блин, вы издеваетесь. Ждет тебя. Только попробуй мне концерт опять без звука сделать. Викси взял на главный концерт без звука. А сейчас же, вот именно как мы добираем, да, вот этот блажен, ой, очки сопротивления и опять же концерты, прям долго. Что мы хотим создать? Или тебе все равно? Я наблюдаю за тобой. А ты убиваешь тех, кто не желает тебе зла. Просто стреляют на всю это. Они все здесь по своей воле. Знаю, у тебя есть сомнения. Но финал может быть только таким. Тебе никак его не изменить. Твоими друзьями движет страх, ничего больше. Им не понять. А он понял. Он покажет. А, салага. Ну же. Все хорошо. Я знаю, ты хочешь увести меня. Ничего. Она тоже знает. Все это знают. И ты думаешь, что права. Думаешь, меня нужно спасать. Но... Нет. Я не хочу назад. Совсем... А ты никогда не думала о том, чего добилась в жизни? О том, что ты смогла сделать, а? Но нам говорят, мы можем быть кем захотим. Музыкантами, спортсменами, актерами. Все мы добьемся успеха, салага. Но нет. Это неправда. Мы живем обыденной жизнью. Мы делаем то, что говорят нам другие. Изо дня в день. В
Все думают, что у них есть свобода выбора. Но, черт, мы ведь постоянно выполняем чьи-то инструкции, приказы. Такие дела. У нас нет своей жизни. Только их жизнь. И мы думаем, что свободны в выборе. Но это ложь. Иллюзия. Боже ты мой. Все, теперь с этим покончено. Я устал постоянно соглашаться. Я устал быть мальчиком на побегушках. И мне осточертело быть мусорщиком. Как же я устал. Понимаешь, если это наша жизнь, тогда в чем же смысл? Здесь у меня появился шанс обрести то, на что я уже и не мог надеяться. Счастье. Только денег, блин, проплыли. Понимаешь, разве это не единственное, что действительно важно? Счастье. Дайте весло. Нет, нет больше. Быстрее. Ты бежишь за мной? Да, да, бегу, бегу. Выведи маршала, его нужно спасти. Откуда вообще этот голос идет? Меня больше интересует. Да не, нам же типа... А пожалуйста, пожалуйста. Только я руку заберу и все. Мне больше не надо. А быстрое убийство? Прости, ну если это остановит его. А, все? Догнал. Да блин, а мы опять тут. Трэсси, тащи сюда шприц. Спокойно, спокойно, Берг, тихо. Смотри на меня, спокойно. Нет, не надо, нет, не трогайте. Нет. Да, бога ради, хватит. Слышишь? Ладно, ладно, не будем нервничать. Нет, не надо. Нет, уберите. Блажи так просто не избавиться. Я смогу, смогу. Шериф, ладно, прошу, ладно. Я не свихнулся. Ладно. Не подходите. Ладно, ты приляг. Назад. Мы сюда притащили. Трейси. Иди ты, Трейси. Херовая была идея. Я же вам сразу сказал. Вы не знаете, как она потрошит мозг. Я поговорю с ней. Хватит его мучить. Ладно. Вера тебе этого не простит. Она отомстит, помощник.
Готовься. Я узнала, что сектанты делают на заброшенной пивоварне. Они привозят туда целые грузовики цветов, а увозят бочки с наркотой. Это фабрика Блажи. Надо закрыть ее. Хорошо, спасибо. Ну вот видишь, типа, она говорит больше с людьми. Угу. Даже типа с обычным, которые по улице идут, только хобана сообщение. Мы идем вот сюда, в магазин навыка. Куда я? Магазин налока. А. Я уже 10 тысяч на сразу самолет покупать. Так, вертолеты. Так. Сколько время? 7 часов. А где? А вот есть. А чё ты вызываешь свой? Раз на двух самолетах будет. А где мои фонарики? Ну ладно. Да, а мне кажется, или на приборной панели вообще ничего не двигается? Ничего не двигается. А, самолет. Меня атаку. А, все, поехали. Слишком далеко. А ты что там далеко забыл? Да будем всех просто убивать. Раз тут эти обычные. Называются такие. Повыщалки, сигнализации. Как где люди-то? А, вообще можно просто взорвать. Осталось самое сложное, это их люди. Хорошо, что он снова наш. Как дела?
Один из наших словил пулю у поместья Джессопов. Он говорит, они там ведут эксперименты по улучшению блажи. Эта дрянь и так сводит с ума. Нужно помешать им. Хорошо. Если она опять придет, а меня не будет, наври ему. Скажи то, что он хочет услышать, и выпроводи. Обалдеть. Не дай запудрить себе мозги. А ты что нам скажешь? Эй, не сможешь помочь? Похоже, эдемщики заперли кучу ангелов в подвале. Не знаю, сколько их там, но я боюсь к ним подходить. Слишком много моих друзей стало ангелами. Слушай, нужно навести тут порядок, в том числе в подвале. Ты здорово поможешь, если спустишься туда и перебьешь их. Как ты думаешь, что самое лучшее? Гранат, динамит или самодельная бомба? Я открываю, взрываю. Давай. Блин, а чё я не по одному-то? А, чё ты тут, я не знаю. Я думаю, там они все и сразу будут, но нет. А где мой вертолет? Только твой, а где мой-то? Опять стырили. Так, куда мы дальше идем? Ты идешь? Куда? Где? Да. Тут людей по всей видимости надо спасти. Сейчас, подожди. Так, зависни. Не, стой. Блин. Да, подожди, на окно разбито. А чё я не могу? Пониже маш немного. Блин, расстреляй их просто. Что ты строишь себя?